Подъем в гору и спуск с горы должен производиться на одной из пониженных передач, которые включаются благовременно. Во время движения с горы нужно быть готовым применить тормоза на ровной местности. Для изменения направления движения гусеничного трактора отключают ту гусеницу, в сторону которой делают поворот. При спуске с крутой горы применяется правило обратного управления. При левом повороте отключают правую гусеницу, при правом – левую, не применяя тормоза. Несчастный случай может произойти при составлении агрегата. Так прицепщик попадет под трактор, он должен стоять в стороне. Двигаться нужно на малой скорости, ногу держать на педали муфты сцепления, смотреть назад и быть готовым к немедленной остановке. Заходить между трактором и орудием разрешается только тогда, когда тракторист выйдет из кабины. Сцепка осуществляется при остановленном тракторе. Во время вождения трактора с прицепными машинами и орудиями нельзя делать крутых поворотов. Возможен захват и опрокидывание орудия.